А вот с самого утра поступают сообщения также о взрывах в Севастополе. И вот Росс-СМИ пишут, что это якобы учения в акватории и на полигонах. Вам что-то известно вот по этому поводу? Во-первых, они действительно очень нервозно реагируют на все, что происходит громкого в временно оккупированном Крыму. Кроме того, как только они пытаются активно комментировать такие события, это явный сигнал того, что нужно дождаться взвешенных комментариев вооруженных сил Украины. На данном этапе пока они действительно проводят собственные учения, и будем надеяться, что пока это вся информация, которая может быть ими подана. Так называемые власти Херсонской области из числа известных коллаборантов анонсируют скорую, цитата, «развязку событий и готовность к принятию сложных решений». Что бы это могло значить? Они достаточно долго готовят почву уже к определенному восприятию тех событий, которые назревают. И то, что я говорила в самом начале, настолько суетна их политика и дальнейшая раскладка ситуации, что они еще сами не осознают, какое решение им придется принимать. Но каждое из этих решений для них будет тяжелым. Хоть оставаться и биться за Херсон, это будет битва очень серьезная, хоть собирать вещи и уходить на левый берег. Это решение для них также характеризуется как сложное. Для нас устраивает любая развязка событий, мы готовы к любому развитию.